Война России против Украины сплотила Запад. У Брюсселя нет другого выбора, кроме как и дальше поддерживать Киев, сказал верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности. Беседуя с корреспондентом Евроньюс Мэйв МакМахан во Флоренции, Жозеп Боррель сказал, что главная задача на предстоящие 12 месяцев – это достижение в Украине справедливого мира, но время для переговоров с российской стороной еще не пришло. This is not the moment for diplomatic conversations about peace. It's the moment of supporting military the war. So I feel as a diplomat, but I feel also as a kind of the defense minister of the European Union, because I spend quite an important part of my time talking about arms. На минувшей неделе Евросоюз объявил о планах использовать 500 миллионов евро на производство боеприпасов для себя и Украины. Киеву будет оказываться другая поддержка. Боррель сказал, что в противном случае российские войска скоро окажутся у польской границы. And if we don't support Ukraine, Ukraine will fall in a matter of days. So yes, I would prefer to spend this money increasing the well-being of the people, hospitals, schools, the cities, as the mayor is asking for. But we don't have the choice. Глава брюссельского внешнеполитического ведомства приветствовал тот факт, что Китай пока не отправлял оружие Москве для использования на поле боя, но он назвал мирный план Пекина несерьезным. The only thing that could be called peace plan is the Zelensky's proposal, because the Chinese peace plan, well, it's not a peace plan, it's a set of wishful consideration, wishful thinkings, but it's not a peace plan. The only one is the one that has been proposed by the Ukrainians, but certainly will not be accepted by the Russians. По словам Борреля, Европе необходимо объединиться, чтобы выжить на международной арене. Он сказал, что для этого важно отказаться от системы единогласия во внешнеполитических делах, которая позволяет отдельным странам налагать вето на союзные решения. Таким правом пользуются восточноевропейцы.